Операцию «Трактор» проводила инспекция Гостехнадзора Курганской области. Начальник инспекции Сергей Жданов отметил, что в этом году было проверено около 8 тысяч единиц техники. По сравнению с прошлым годом, количество нарушений не уменьшилось. Вами выявлено 214 случаев использования техники с неисправностями, которые нарушают безопасность движения. 77 единиц не отвечали технике безопасности, 90 единиц являлись источником вредного воздействия на окружающую среду, 134 единицы не зарегистрированы, 332 единицы не прошли технический осмотр. По итогам операции «Трактор» около 600 единиц техники запрещено эксплуатировать, с них сняты регистрационные знаки. На совещании было отмечено, что использование самоходной техники и прицепов в Заурале уменьшилось. В селе проведен газ, что привело к снижению потребности в заготовке дров. Также сократилось поголовье крупного рогатого скота, следовательно, отпала необходимость в заготовке сена. Из-за этого все больше владельцев самоходных машин и прицепов пренебрегают прохождением техосмотра. Тем не менее, они выезжают на дороги. Это приводит к росту опасности возникновения ДТП, поэтому практика проведения операции «Трактор» будет продолжена. Она повышает дисциплину механизаторов, уменьшает вероятность нарушений правил дорожного движения, повышает безопасность на дорогах. Александр Мироненко, Николай Волков, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».